Третью субботу апреля во всем мире отмечается День цирка. День радости, смеха и хорошего настроения. В Иванове к этому празднику приурочили большую социальную акцию. В цирк пригласили детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ребят с ограниченными возможностями здоровья. Словом, всех тех, кому тепла и заботы нужно чуточку больше, чем остальным. Цель этой акции – дать понять каждому ребенку, что он нам нужен и дорог. Поэтому сегодня в качестве подарка всем нашим гостям будет проведено необычное цирковое представление с участием воспитанников детских цирковых студий города Иваново. Ну а прежде чем посмотреть выступление сверстников, можно как следует развлечься в фойе. Здесь уже на входе дарят яркие шарики. Праздник начинается. Наша земля круглая. На этой круглой земле много-много людей, которые любят цирк. Шарик – это тоже как земля, а еще круглый манеж, на котором выступают артисты и дарят радость и счастье, и хороший положительный заряд эмоций для зрителей. Вот шарик – это как бы наш круг, наше тепло, наше радушие дорогим зрителям Ивановского цирка. В преддверии Дня цирка среди маленьких жителей региона провели конкурс рисунков и поделок. И вот лучшие работы. Клоуны, акробаты, ну и, конечно, любимые всеми дрессированные животные. Я изобразила на рисунке кота вместе с обезьяной. Вот. Они показывают свои номера. Вот. И суть этого рисунка – показать, что цирк, тут дрессированные животные, и очень весело. У каждого здесь есть уже свой любимый цирковой номер. Там были собачки, мне это очень понравилось, как они выступали. Вот. Ну, хорошо были дрессированные. Вот. Интересно. Перед представлением авторам лучших рисунков и поделок вручили подарки. В этот день разделили праздник с цирком 800 ребят. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.